Здорово, мои дорогие! Ребята, сегодня мы поговорим о таком бренде, бренде здорового питания, бренде питания, подождите, как же они это называют? Бренде сбалансированного питания, который называется Energy Diet. Поехали! Понимаете, какая штука? Видео снято, реально вагон и маленькая тележка. Просто миллион, мать его, видео от товарищей, которые за, до товарищей, которые против. И некоторые вдаются в глубочайшие подробности, читают прям состав и там ковыряются. И разбираются с тем, а что же внутри. И такие, а состав на самом деле полное говнище. И вот, например, Борис Сосулин, просто красавчик. Красавчик вообще, просто очень подробно разобрал и состав, и очень подробно разобрал связь с комбикормом, да, вот это вообще очень круто он сделал. Я считаю, что все это, ребята, замечательно. Поиски продуктов качественных, поиски продуктов или спортивных, или в этом случае не спортивных, как они себя позиционируют, а сбалансированно питательных добавок или БАДов с оптимальным составом для своего организма, это абсолютно обоснованная человеческая потребность. Все мы фитнес-энтузиасты, особенно фитнес-блогеры, которые порочат сраный Energy Diet, извините, нельзя ругаться, или там Гербалайф, тот же туда, все это, ребята, не совсем в правильном русле делается. Я делаю это первое видео относительно вот таких вот сбалансированного питания, потому что, и вы знаете, у меня есть видео о спортивном питании, которое я отстаиваю, которого я до сих пор придерживаюсь и буду придерживаться, о том, что спортивное питание, в принципе, натуральным атлетам нахрен не впало. А относительно сбалансированного питания, тут немножко другая ситуация. Знаете почему? Потому что спортивное питание, оно же как бы для спортсменов, а мы с вами фитнес-энтузиасты, которые не употребляют допинг, и, соответственно, потребность в белке у нас ниже, и бла-бла, и там БЦАшки, все это не нужно. Об этом я снял уже тонну видео, и в каждом практически лайве рассказываю о том, что нужно, чего не нужно. Вот, вот то, чего не было, это сбалансированное питание для здоровых людей, для людей, которые хотят похудеть, а именно этим я в большинстве случаев своих и занимаюсь в моих ПГ-марафонах, ребята, и в моих консультациях онлайн, и с теми ребятами, с которыми мы занимаемся лично. В 90% случаев это в первую очередь избавление от лишнего веса. И вот здесь вступает в силу не спортивное питание, здесь вступает в силу именно сбалансированное питание, которое как бы по заявлению производителя и по заявлениям разных диетологов, которые на просторах интернета ходят, они говорят, вот эти фитнес-блогеры, они же не диетологи, я диетолог. И я имею право с ними поспорить в этом случае, ребята. А о том, что я диетолог, у меня есть бумажка. Между прочим, я аккредитованный специалист и фитнес-тренер, и реабилитолог, и диетолог Ассоциации здравоохранения Чешской Республики и Ассоциации фитнеса и бодибилдинга Чешской Республики. Поэтому имею право влазить под названием диетолог. Ребята, смотрите, в чем основная фишка? Как они себя позиционируют и ради чего вообще все это затевается? То есть позиционируется примерно так. У вас обязательно должно присутствовать 5-6-4-разовое питание, чем чаще, тем лучше. Представляется, что вы питаетесь 3 раза в день, и у вас завтрак, обед и ужин, и вам нужно быть на диете, соответственно, вам нужно быть в калорийном дефиците, а находясь в калорийном дефиците, вы не должны переедать, да, а если у вас 5-разовое питание, то, ну, естественно, как бы есть большой шанс того, что вы переедаете. И Energy Diet здесь выступает в роли такой вот пробки, затычки, вот в этих перекусах. Там завтрак, перекус Energy Diet, обед, перекус Energy Diet и ужин. Некоторые люди даже заменяют ужином или завтраком заменяют. Соответственно, как бы по, опять же, заявлению этих специалистов, которые являются сторонниками Energy, получают весь спектр витаминов, минералов, весь спектр питательных веществ, при этом за мизер калорийной стоимости, которую они бы получили, если бы они примерно все то же самое пытались получить из сбалансированного или там естественного источника пищи. Короче, если вы кушаете яичницу с беконом и салат, там, и запиваете все это фрешем из апельсинового сока, вы получаете там 1200-1300 калорий и какое-то соответствие БЖУ. То же самое, как бы полезное, да, из Energy Diet коктейля вы можете получить не за 1200, а вы можете получить из, там, за 200-250 калорий. Вот это главное их позиционирование всей этой истории, которая и является главным мотиватором для людей, которые хотят похудеть. Я же хочу похудеть, а я, естественно, хочу жрать постоянно. И вот потому что я хочу жрать постоянно, мне нужно купить вот такой коктейль, который будет мне создавать дефицит. И вот здесь, ребята, главный момент, о котором я хочу поговорить, главный момент, ради которого вообще, в принципе, затевалось это видео, что дефицит калорийный создаете вы не при помощи коктейля.
Калорийный дефицит вы создаете, ну, даже не глубоким, а хотя бы простым пониманием того, как считается свой метаболизм. Если вы не знаете, как это делать, вот здесь будет ссылка, посмотрите, вы узнаете, как очень просто, элементарно, путем умножения одной цифры на другую, можно узнать свой метаболизм. Все элементарно просто. Тогда, когда вы используете Energy Diet, вы не перебираете калорийный фон. Это их второе заявление. Естественно, когда у вас есть потребность в 5-6-разовом питании, очень можно легко перебрать свои 1500-2000 калорий. Но когда вы на периодическом голодании, нахрен вам впал этот Energy Diet? Ребята, вы знаете, в наших ПГ-марафонах, которые я устраиваю через месяц, кстати, следующий набор у нас 30 апреля, если вы еще не записались, обязательно записывайтесь. Вот там я учу ребят, как считать, что готовить, как тренироваться. И там мы высчитываем свои 1500-2500 калорий, которые делятся на один основной прием пищи и на два плотных перекуса. И вам не нужен дополнительный вот такой коктейль-затычка. Потому что когда вы находитесь на ПГ, когда вы находитесь в окне дефицита калорий, и когда ваши основные приемы пищи складываются из полноценных, настоящих источников калорий, тогда вам не нужен Energy Diet, вам не нужен коктейль. Но это все даже вторично. Ради чего затевалось это видео, ребят? Это видео затевалось ради того, чтобы сказать вам, сказать тому человеку, который хочет похудеть и ищет, что ему купить. Худеете вы не за счет коктейля какого-то магического. Худеете вы не за счет того, что вы заплатили, и у вас есть чувство, вот я купил, это мое, я вот это буду пить и буду придерживаться вот этой вот брошюрки, которую мне дадут. Естественно, в брошюрке вам напишут, что, дорогой товарищ, вы купили вот это вот, изделие. Пожалуйста, это изделие принимайте в таком-то количестве и, естественно, старайтесь находиться в дефиците. Ешьте овощи и мясо. Вот это то, что вам скажут. Естественно, вы это будете делать, потому что вы же заплатили. И, естественно, вы будете худеть. И, естественно, вы будете терять граммы, килограммы. И вы с упорством просто будете доказывать всем окружающим, что Energy Diet работает. А он действительно работает. Потому что вы сами того не понимая, присваиваете ему свои заслуги. Когда вы находитесь в калорийном дефиците, это не заслуга коктейля, это заслуга ваша. Когда вы, даже сами того не понимая, не особо считаете калории, но при этом заглатываете вот эту хрень растворимую и заедаете каким-то очень простым салатом, вы просто находитесь в дефиците. Все, никакой Америки здесь нет. Все очень просто, элементарно. И ваше худение – это простой калорийный дефицит. То, что предлагаю я, это не только отсутствие завтрака, обеда и этих всех перекусов. То, что предлагаю я, вы уже знаете, те, кто у нас члены нашего общества ПГ, периодического голодания, это не отсутствие потребности в коктейлях за счет того, что вы будете просто есть меньше, а это практика ПГ, практика здорового питания, практика тренировок, палеодиета. И поверьте, никто из нас, кто практикует ПГ, кто участвует в наших марафонах, никто не жалуется на то, что ему нужно срочно заглотить какой-то коктейль, потому что он умирает. Если вы чувствуете признаки гипогликемии, да нахрен вам этот коктейль, выпейте рыбьего жира, выпейте полинепробиваемый кофе, добавьте в кофе немножко жирных сливок, и будет вам счастье. Все на самом деле проще, друзья мои. Не нужно присваивать магические свойства каким-то продуктам, которые сделаны человеком. Я во всех видео, и я в видео о спортивном питании говорю, что все это, друзья, не делается, чтобы помочь вам искренне, потому что они хотят вам помочь. Нет, это просто делается, потому что это бизнес. И бизнес подразумевает что? Зарабатывание денег. Когда вам пытаются напарить какую-то хреновину, которая в пересчете на нормальные деньги стоит просто немыслимых денег, когда ее состав, ну мягко сказать, низкокачественный, когда ее состав просто, ну, и рядом не лежал с хорошим спортивным американским питанием, тот же Optimum Nutrition, да, господи, я живу в Чехии, у нас в Чехии есть потрясающее спортивное питание, которое мой знакомый делает, называется Extrefit. И его состав просто в разы доминирует над этим
назовем его просто сбалансированным питанием. И даже в таком высококачественном питании вы абсолютно не нуждаетесь. Я никого не агитирую за его прием. Да господи, ребята, вся моя деятельность направлена на то, чтобы помогать людям глубоко, искренне понимать и не привязываться ни к каким тренерам, ни к каким коктейлям, ни к каким программам. Просто понимать ваш организм, сколько вы тратите, сколько вы потребляете, как вам нужно заниматься, какое количество кардио вам нужно делать, чтобы добиваться поставленных результатов. А главное – это здоровье, друзья мои. Главное – это здоровье. Это ключ к долголетию, активность и непривязанность к чему-либо, как к чему угодно, к пилюле, к таблетке. Вы отвечаете за свое здоровье. Вы и только вы. Друзья мои, спасибо вам огромное за ваше внимание. Как всегда, если вы не подписались на канал, внизу нажимайте кнопку подписаться. Также обязательно нажимайте звоночек, чтобы вам приходили извещения о том, что начинаются лайв-трансляции, например. Ну и, конечно, ссылка для участия и регистрации в нашем ПГ-марафоне. С даты выхода этого видео ближайший марафон стартует 30 апреля. И если вы это будете смотреть позже, чем 30 апреля, каждый второй месяц мы стартуем. Мой инстаграм, подписывайтесь внизу. Спасибо вам за ваше внимание и до следующего выпуска.